География. Тема номер 39. Южные моря России. Несмотря на относительно небольшую длину береговой линии, южные моря имеют огромное значение для нашей страны. Через Черное, Азовское и Каспийское моря осуществляются связи России как со странами ближнего, так и дальнего зарубежья. Из Азово-Черноморского бассейна через проливы Босфор и Дарданеллы можно непосредственно попасть в Средиземное море и далее в Атлантический и Индийский океаны. В чем заключается своеобразие Черного моря? Черное море – самое теплое и приветливое из наших морей. У берегов России оно не замерзает. Это внутреннее море занимает обширную и глубокую плоскодонную котловину глубиной 2000 километров. Наибольшая глубина 2245 метров. Характерной чертой Черного моря является небольшое количество заливов и бухт и практически полное отсутствие островов. За длительную историю своего существования Черное море испытывало неоднократные поднятия и опускания. Поэтому неудивительно, что на дне моря морские археологи обнаруживают погребенные под толщей ила античные города и селения. Отличительной чертой толщи воды Черного моря является ее двухэтажность. Верхний 100-метровый слой воды хорошо перемешивается, поэтому насыщен кислородом. Глубже перемешивания не происходит, воды все более застаиваются, и со 100-200 метров кислород вытесняется ядовитым газом сероводородом. На глубине 1500 метров его содержание достигает такой концентрации, что здесь живут только анаэробные бактерии. Это практически мертвая зона. Рыбными ресурсами Черное море по сравнению с другими морями России не богато. Видимо, сказывается влияние сероводородной зоны. Из рыб встречаются средиземноморские виды кефаль, скумбрия. Это основные промысловые виды, а также анчоус, таврида и пресноводные суда, клещ, тарань и другие. Совсем немного сохранилось проходных видов – осетровые, сельди. Во многом это связано с загрязнением сточными водами. Новороссийск основан в 1839 году как военное укрепление на берегу Цимесской Новороссийской бухты. В конце прошлого века вблизи города были обнаружены богатейшие залежи мергелей – сырья для производства цемента. И вскоре здесь работали 10 цементных заводов. В годы Великой Отечественной войны город-герой Новороссийск стал местом ожесточенных боев. В сентябре 1942 года фронт остановился на юго-восточной окраине. Город был полностью разрушен. Современный Новороссийск – крупный порт России с грузооборотом более 60 миллионов тонн. Это основной черноморский порт по отгрузке за рубеж российской нефти, поступающей сюда по нефтепроводу из Западной Сибири по Волжье. Цемесская бухта – очень удобная гавань, в нее могут заходить самые большие суда, но осенью, зимой здесь случаются ветры ураганной силы – бура, дующие с северо-востока через горные перевалы. Севастополь заложен в 1783 году как военный порт, база Черноморского флота. В настоящее время город имеет незамерзающий торговый рыбный порт. В удобной бухте расположена военно-морская база «Севастополь» – город-герой, город немеркнущей воинской славы. Он сыграл ключевую роль в Крымской войне 1853-1856 годов, выдержав годичную осаду. Героическая оборона города во время Великой Отечественной войны продолжалась 250 дней. Каковы проблемы Азовского моря? Азовское море – одно из самых маленьких морей земного шара и самое мелководное. Наибольшая глубина не достигает и 14 метров, а преобладающие глубины всего 5-7 метров. В восточной части моря с российской стороны на сотни метров от берега глубина обычно не превышает 2-4 метров. Летом вся толща воды прогревается до 26-28 градусов по Цельсию. Зимой море замерзает. Через узкий всего 3 километра и неглубокий до 7 метров Керченский пролив
происходит водообмен с Черным морем. Длительное время Азовское море отличалось необычайной продуктивностью, являясь мировым рекордсменом по запасам рыбы на единицу площади. Этому способствовали мелководность моря, хорошая прогреваемость и освещенность. Все толщи слабо минерализованной воды, ее отличное перемешивание и насыщение кислородом. Главными промысловыми видами были осетровая белуга, оседр, севрюга, судак, лещ, сазан, тарань и сельди. За регулирование рек водохранилищами и большие расходы воды на орошение промышленные бытовые нужды резко сократили речной сток Дона и Кубани за последние 40 лет. Это вызвало некоторое падение уровня воды в море и увеличило приток более соленых черноморских вод. В итоге заметно сократилась акватория, пригодная для обитания ценных промысловых рыб. Снизились запасы кормов. Плотины преградили путь к местам нерестилищ, проходным рыбам. Резко увеличились сбросы сточных вод, что усилило падение продуктивности моря. Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? На протяжении многих столетий Каспийское море служило южными воротами русского государства. Известно, что восточные славяне проникали сюда еще в VII веке, а с IX-X веков русские суда уже достаточно прочно освоили этот морской бассейн. Русские купцы торговали с народами, жившими в Прикаспе, и даже проникали в дальние страны, Индию. Тверской купец Афанасий Никитин в 1466-1472 годах совершил путешествие в Персию и Индию. В его путевых заметках «Хождение за три моря» записано: «Се написах грешное свое хождение за три моря, первое море Дербентское». К слову сказать, Каспий имел множество имен: Гирканское для греков, Восточное для ассирийцев, Западное для китайцев, Хорасанское для арабов. В русских летописях Каспий называли Хвалынским, Дербентским морем. Современное название происходит от исчезнувшего народа каспиев – коневодов, когда-то обитавших на западном и юго-западном побережьях. С присоединением Астраханского ханства в середине XVI века на побережье Каспийского моря появляются постоянные российские укрепленные пункты и рыболовецкие селения. Россия прочно утвердилась на Каспийском море и вела торговлю с Персией, Индией и другими южными странами. Петр I, желая знать как можно больше о Каспии, направляет туда с 1714 года несколько экспедиций. Была составлена первая карта моря, включены в состав империи его западные и даже на время южные берега. Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Каспийское море – крупнейший в мире замкнутый водоем, вытянутый с севера на юг почти на 1200 километров со средней шириной 320 километров. Климат российской части Каспия континентальный, с преобладанием антициклональных условий, сухих ветров и суровой морозной зимы. Летом температура достигает плюс 24-25 градусов по Цельсию, а зимой опускается до минус 10 градусов по Цельсию. Северная часть моря в течение 2-3 месяцев покрывается льдом толщиной до 2 метров. Соленость воды изменяется от 0,5 промилле в устье Волги до 14 на юго-востоке. Главная проблема Каспийского моря заключается в многолетних колебаниях его уровня. В 1929 году он находился на отметке 26 метров ниже уровня Мирового океана, а к 1970 годам понизился до минус 28,5 метра. С 1976 года наблюдалось устойчивое повышение уровня моря, которое к 1995 году достигло 2,5 метров и привело теперь к затоплению обширных площадей и разрушению морских причалов, портовых и промышленных сооружений. Такие перемены, связанные с отступлением или наступлением моря на многие десятки километров, приводят к необходимости переноса рыбацких поселков, перепланировки приморских частей городов. Это и постоянная забота картографов. Нужно составлять новые карты прибрежной части моря. В чем же причина такого поведения Каспия?
Считается, что колебания его уровня, типичные для далекого прошлого, связаны как с тектоническими движениями, так и с многолетними климатическими циклами. Наибольшее падение уровня составляло 34 метра, а повышение в 17 веке достигло 22 метров. Были затоплены многие постройки города Дербента. Дербент – старейший город на территории России, на юге Дагестана, был основан в 438 году как крепость на северной границе персидских владений. Его географическое положение уникально. Здесь Кавказские горы ближе всего подходят к морю, и, перегородив узкий проход вдоль его берега, можно контролировать сообщение между степями Северного Кавказа и Закавказья. Дербент – старинный центр ковроткачества. Здесь производятся высококачественные виноградные вина, коньяки, фруктовые консервы. Чем богато Каспийское море? Уникально рыбные богатства Каспийского моря. В мелководной северной части Каспия нагуливается крупнейшее в мире стадо осетровых – белуга, осетр, стерлядь, севрюга, шип, белорыбица. Еще недавно Каспий давал 90% мирового улова белой рыбы, 95% черной икры. Большую ценность представляют также сельдь, килька, лещ, судак, вобла, сазан и другие. Богатые месторождения нефти открыты как на побережье, так и на дне моря, в основном вблизи Азербайджана и Туркмении. На побережье Каспия расположены месторождения природного газа. Выводы. Южные моря России, каждый из которых отличается своими особенностями, имеют большое значение для нашей страны, являясь ее южными воротами, крупными рыбопромысловыми и рекреационными зонами.